Может, творожок? Ты знаешь, мы можем, в принципе, долететь до Приморска спокойно. Ну, можем, да. Ну, просто мы там уже были, я поэтому. Ну, прошли мы тоже были много раз. Ну, сегодня не были. Я про сегодня. Ну, давай, вражок, нас там опиздюлят. Ну, давай. Ну, да. Ну, это ж прикольно. Ну, опиздюлиться, да. Да. Тактика самоубийства. Открывать нужно сразу, далеко лететь. Да, достаточно. Я немножко отошел, и теперь я далеко от вас. Ага. Это фигово. Но я, наверное, далечу. Goodbye, goodbye. Не, ну... даже тень... Да он не дотянет, дорожка. Ну, дотянет там... А до починок это самоубийство лететь. А в одиночку. Попробуй в гадке там полутаться. Тяни на синюю метку в эти домики. Да я разберусь что-нибудь. Да, в Венецию там, вот в эти домики. Но под школой тоже. Ебать, на починках сколько народу, вот они самоубийцы. Ну там всегда же мясорубка. Блядь, ёбаная армия просто. Значит, смотрите, дома рядом с нами село два человека. На какие дома? Которые вот, видишь, вот есть такие вот дома с собором. Метку поставь. Справа от тебя, видишь дома под тобой прямо? Где ну, где Венеция? Вот где синяя метка. Нет, не Венеция, а синяя. Угу. Вот там сели люди. Ну просто и хрен бы с ними. Информация, сообщаю. Ничего не значит. Так, ты в ангар или куда? Я крайний левый дом, вот этот вот. Я в целом одиночный. Ну, ангар, короче, да. Люди, что садятся на починке, они... Я строго на желтую метку. А мне что-то лагает, вдруг. Вот, я сейчас просто начну с левого верхнего угла и как бы проходить дом, здание, ну, угу. Чтобы не пересекаться. Потом залутаешь, потом вылетишь. Ой, старый дом. Ну, то, что вылетает стабильно вот вначале, я не знаю, что делать, как бы. Вылетает и вылетает. Хорошо, хоть стабильно они во время боя. Ой, в смысле, вначале они во время боя. А то бы было прикольно, если начинал стрелять, она бы вылетала. Это было вообще весело. Сразу, тебе что случилось-то? Приземлился удачно? Да. Парашют раскрылся над третьим этажом. Точнее, свернулся. Ну, ничего. Не убился и хорошо. Ну да, надо искать во всем позитив. Так, я пока не отлагаю, ничего делать не могу. Текстуры не прорисованы. У тебя домики представляют собой форму такой, да. Бронзный желе? Да, да, да. Короче, уменьшай качество текстур. А у меня и так низко стоит. Низко, да? Ну все тогда. Аминь. А это не всегда так у меня. Это... Ну я понял, что не всегда, но просто это значит, что не хватает оперативной памяти тебе. Не, оно проходит через какое-то время. Я знаю, у меня та же самая херня. Я же тебе говорю, я уменьшил качество текстуры и стало лучше. Обнаружена задержка сети. Ну это не сеть, это как бы... Он так говорит, это... Тупит, короче. Смотри. Короче, ждем. Че? У меня парашют на мне до сих пор. Точнее, второй не рюкзак. Кому нужен второй рюкзак? Ну, вообще, всем нужен второй рюкзак, но я далеко от тебя. Хотя нет, недалеко. Ты метку поставил, да, желтую на него? Нет, еще? Не ставил. Вот где я сейчас нахожусь, в этом домике. На первом этаже на кухонке. Ну сколько можно-то ебать? Я поставил тебе метку, нормально, все. Можешь свалить. Граф, а как на второй этаж подняться-то? ПП кто найдет, скажите. Конец. Спикеру усложнилась задача. Мало того, что он там один, так еще и отлагал через полчаса. Не говори, я еще и не полностью отлагал, прорисовывать столько. И второй броник здесь. На втором, правда, этаже уже. Ты его поднял или это лишнее? Нет, нет, лишнее. Ну, чё б я взял, чё, нафига б я тебе говорил. Действительно, зачем? Зачем говорить? Ну, похвастаться, если только... Ой, у меня второй броник. Это я так все время делаю. А я не делаю. Короче, если кто-нибудь тут прибежит, я тут буду... В общем, у меня Скар и Сайга, я, в общем, как бы, собственно, осталось одеться, потом смотреть, я готов. О, наконец-то, я дееспособен, по-моему. Это доктор сказал? Не
не прогрузившиеся. Это у тебя, короче, не хватает оперативной памяти, у тебя начинает грузиться винчестер, поэтому долго. Такая хуйня. Вот такая хуйня. Такая хуйня. Серах, ты пропустил скар. Тебе нужен скар? Да нет, не особо, но нужен, конечно, возвращаться не хочу. В общем, в этом доме, где ты его сказал, что все лежит, за проходе стоит канистра, там как бы скар. А что ты не хочешь брать себе вместо... А у меня скар есть уже. А. Ага. Тогда да, ты прав. Еще скар, заебись, автомат. Не, я ничего не говорю, хорош, я тоже его люблю. Взял, кстати, второй увеличенный магазинчик и глушак на ПП есть запасной. Не-не-не, у меня все, я сайгу и эту. Ну, не одним тобою мир заканчивается. Да, а я что-то думал про другого. Что только я есть на свете. Конечно. Такой ну, что, хороший. Ты бежишь, тебе поставить метку? Не, ну метку поставить, да, если все будет плохо придумано. У меня просто эти на пятерке тоже. Винтовка у меня М-ка. Ну, МК и СКАР это совсем как бы раз, то есть... Так у меня же вторым оружием. Уже, а это же вторым оружием мне брать, у меня второго нету. Ну ты можешь взять СКАР, а потом если найдешь что лучше, выкинешь МК и все. Ну да. Но я верю, что я найду ПП. Да, охуеть. Я верю, что найду ПП, иначе нафига все эти обвесы таскаю на нее. Ну может ты кому-нибудь отдашь обвес на ПП? Мне, к примеру. У меня есть. Да ты не доживешь. Конечно, я еще вас всех пережу. Машинка, да? Да. Магазин быстро доступ. Машинка приехала. Это свой приехал. А-а-а. Просто очень скромно и молчит. Вот такая хуйня. Если у кого будет глушак на пистолет, возьмите. Да, взял и поставил уже на пистолет. Просто информирую, да? Просто информация, да. Вот, кстати, смотри, как замес пошел бодренько. Вот сейчас вот уже 59 человек. А в тот раз жили и жили скоты. Ну, потому что они там друга перерубили, перерубали в почетке. Да, да. Ни одного энергетика, а? Чем я буду лечиться? Так, нам вообще канистра понадобится, в курсе кто, не? Ну, где у нас зона, там далеко? Ну, так, в меру. Тебе нужен? Есть. У меня есть. Тебе нужны? Собирать их или похуй? Да, собираем. Тебе нужны. Второй шлем нужен? А? Детки, собираете? Вот на мне. На первом этаже, на балкончике. Да. А в руинах что-нибудь есть вообще обычно, нет? Я, сука, раз там бегал, там бывает она что-нибудь, но может вообще никто не будет. Ну, в церкви, к примеру, в этой. Ну, там, не, ну, есть, это же обычная церковь, но там немного о, точек. О, второй этот броник. Метку. Есть. Кому еще нужно, нет? М416. Поставь метку на нее, может я там буду мимо пробегать. Или могу скар, метку на скар поставить. Ну, я бы предпочел Энку. Ну, второй рюкзак нужен умпа, кому-то? Умпа, Серов. О, нужно? Отлично. Второй рюкзак кому нужен? Нужно. Вот там на втором этаже, на если надо. Метку всё. Поставил на умпу. Бегу к тебе со всех ног. Сейчас мне плюх-плюх в голову два выстрела. Не надо мне умпу. Синяя, да? Да. Второй броник там в следующем доме рядышком стоит. Нужен второй броник тебе? Ну. Чё, теперь вот эмки третья уже на попалась. На самом деле, скорее вам в мою сторону, а не наоборот. Ну, у нас машинка, поэтому да, можем. Семерки нужны? Чё, вот никого с калашом нет, что ли? Мне нет, не надо. Но у меня, кстати, тоже есть семерки на борту. Увеличенный магазин быстрого доступа на ПП. А где? Возьми. Броникс? Давай, беги ко мне. На синюю метку.
каком-то здесь доме рядышком было. Сейчас. На нем канистра стоит. Блять. Я сейчас хуй найду уже. А, вот здесь, вот здесь. Стреляют на школе. Вот под канистрой лежит, вот он. Так, и если никому скар не нужен, значит побежали. А где скар был? Скар? Вот. Так, а большой сейчас магазин на штурмовой нужен? Да, сейчас. А, нужен. Давай сюда. Назад. Стрельба на СЕ где-то. Так, скар берете? Или мне брать? На синий скар, тормози, да? Тормози. Тебе нужен этот увеличенный магазин на ПП? Быстросъемный. Есть, все есть. Мне ПП обвешено. Мне надо. Возьми. Ильич, ты за скаром? Ну, я надеюсь, что да. Ну, там просто мне не бежать тогда за ним, да? Короче, в сортитой ванной комнате такой. Так, да? Ну что, хорошо. Мы в зоне. Где машинка? Где оставили ее? Прием. Рядом с синей меткой. Угу. Наверху? Да. Угу. Ага, вижу. Ну, пошли на машинку, чё. Сейчас зона переместится, будем знать, куда идти. Так, вы можете ко мне подъехать на Венецию, здесь полтаться. Да я бы на твоем месте уже текал оттуда, к тебе сейчас будут бежать. Кто там газует? Не я. На машинке у нас никого. Ну вот есть машина, звук машины. Ну, это кто-то, наверное, со школы уже прыг. Бегу к нам. Нашли скар? По мне стреляют. Во-во. Че, возвращаться, что ли? Я говорю, давайте отсюда двигать. Я уже пешочком начал даже отбегать. Кому нужен был магазин длинный? Да давайте. Забей на все. Вас сейчас пристрелят там. То есть просто пешком убегаем, да? Нет, берите машинку и убегайте, а я пешком убегу. Ну а ты мог бы это раньше сказать, я мимо него пробежал, под огнем, между прочим. Ну нет, так нет, беги пешком. Просто вам на машине удобнее, как мне кажется. Да и спикера надо взять бы. Да я муж сам, у меня тут третий шлем, третий бронь, блядь. Съебывай, тебя там пристрелят со всеми шлемами и бронями. Четвертый и второй этот прицел. Четвертый шлем. Че, а, ты переплыл уже, что ли? Я уже все, да. Я же говорю, дойду. Пожалуй. Только, блядь, продолжать. Куда-нибудь бы в район убитого самолета вот сейчас шел, на эту горку. Кстати, на этой горке прикольно жить. Но так как она в центре, то не прикольно. Тебя подбирать или ты как? Подбирать. Да вы сами переезжайте. Спикера возьми. Езжайте, я доберусь. Там в Венеции плавает, блин. Гондольер, блин. За мостом жду, короче, припаркую где-нибудь. Ты как, раздавить или ты сам добежишь? Меня? Нет, Серов, он там бежит по горе. А меня-то зачем? Я не знаю, чего-то я просто встали там и ждете, пока вас расстреляют. Хоть на машинке, хоть без машинок. Тут есть смысл... Заметьте, ты опять куда-то убежал молча, и потом только по факту, когда ты уже ушел, говоришь, что ты ушел. Замечу, хорошо. Запишу стрельба куда-нибудь. Стрельба вдалеке на СЕ. Боже, так эта хуйня вообще не едет. Вы едете сейчас ко мне? Да, я еду к тебе, угу. Да. У меня тут мопед. За то, что ты ушел. Хорошо, я буду стрелять тогда. Трк. А, я думаю, может мопед взять? Ух ты, нет.
Мопед мы все не влезем. Возьмите спикера, будьте людьми. Да я. Да он там еще в Венеции плавает, я не знаю. Я, конечно... Ну он тогда самоубийца. Пусть это, езжайте сами. Давай я пока один тут проеду, посмотрю что да как. Но я все-таки на север ломанусь. Не хочу я посреди круга быть. В бункер может даже в какой-нибудь сейчас заломиться. Так, давай сейчас я доеду до тебя, возьму мотоцикл, вернусь за этим, за спикером. Хорошо. А вы там сидите в бункере. Там возле дороги была желтая тачка. Опа-на. А, да, там, кстати, а у меня спикер. Своя тачка. У тебя оранжевая тачка. Дача должна быть. Я сел, да, я ее как раз нашел. Так, Умпа по-моему. Никому не нужна еще одна? Нет. Ну а то у меня тут нашлась в сортире Умпа, видимо. Любит. Все. И опа, она меня протаранит. У меня сейчас убьют. Ну я же говорил. 4 чувака на УАЗике. 3. 3 чувака на УАЗике. Казалось бы, откуда они? Ну что ж ты делаешь? Чего? Как ты смог меня затаранить на 5 километров в час? Потому что не нужно прыгать в машину, которая едет или останавливается. Чуваки, у них у всех... У троих третий шлем. Это где, блядь, такое добро? Так, увеличили магазин быстрого доступа сбрасываю. Увеличили ПП. Семерки. А, не садитесь, садитесь. В окошке видно вас. Семерки мне нахуй не нужны. Так, скар у тебя? Тебе не нужен скар? У меня скар есть. Ну давай я тогда возьму. Не берите, сейчас я тут покидаю. Так, я... вряд ли. Прицел не только не берите мой. А то знаю вас. Хорошо. Угу. А тут магазин не нужен, что ли, увеличенный? Нужен, да, нужен. Я все сейчас возьму. Это я ж выкинул, чтобы перекинуть на свой. Так, кто у меня взял ложу? Да-да, я думал, что ты выкидываешься. На... Я не выкидываю, сказал, ничего не берите. Все, теперь можете брать. Я свое обратно взял. Так. Калибр 12 ты взял. Так, ни у кого нету коллиматора лишнего? На пистолет повесить? Могу 16. Дать. А, нет. Не могу. У тебя вообще ничего так, нету? Так, слушай, мы хорошо сидим. Может, в эти домики сейчас? Желтые. Нихера, 16-й. Так. А, слушай, смотри, да, у 16-14 я сейчас сравниваю, да? У 16 выше скорострельность, но меньше стабильность и меньше рабочий диапазон. Так что вот так вот. Так, в этом отметку идти. Это где мы с тобой сидели тогда, ссали в канистру. Да. Если зона пойдет западнее, то у нас там будет горка. Если восточнее, ну не восточнее она не пойдет, ладно. Все, кто идут с востока, мы будем их видеть как на ладошке. А, все уже пешком, да. Уже пешком. Прострели колеса из глушака. Сейчас, у меня есть глушитель. Я вам говорю, чуваки, которые меня убили, блядь, у всех троих третий шлем. Ну и мы поняли тебя. Так у меня починки и все, вот оттуда они все это говно берут. Ты знаешь, а может быть они у них третий, но все покоцанные. Ну, во-первых, оно же рандомно выпадает, просто повезло. И да, город большой, точек много. Но просто для этого надо еще и выжить. Я слышу транспорт. Так смотри, я думаю, что надо делать, если к нам будут ехать машины, нужно не сидеть вот дальше в сарайчике. Выскочили и расстреляли. Мочите ее немедленно. Конечно. Но это только если мы уверены, что мы ее завалим.
Без вариантов, потому что если открывается дверь, закидывается граната, пара вторая, и все мы тут А, ну сыпем. ты имеешь в виду, прям к нам подъезжает? Ну да, если мы видим, что к нам едут, то Ну выходите в любом случае, да. мочить их просто. Просто Если мочить. штурмуют нас, то да. А если просто мимо проезжают, то может пусть и ездят еще. Я вот думаю, просто тащиться куда-нибудь за дерево прятаться или нет. Что-то как-то. Пока, скажем так, тихо все. Да, мы пока сильно. О, 45-й калибр. У меня столько этого 45-го калибра, как будто я ковбой какой-то. Так, кто в какую сторону смотрит? Я, ССВ, там, СЕ. НВ. Хорошо. Блин. Вот нет, как в армии, несколько положений. То есть вот присел, не видно ни хера вдали. Встал, не видно ни хера вблизи. Пиздец, Ну, короче. вспомни вторую арму. Что Там так вторую же я не было. играл? Как ты не играл во вторую? Не играл я во вторую. Где ты эти годы все был? Ты еще и во В флешпоинт, Call скажешь, of наверное, не Duty играл. играл. В Call of Duty играл. Кстати, игра, знаешь, как удобно смотреть на самом деле серо? Смотреть в противоположную стену, своей стены в сторону. Больше видно. Ну, я вот бочком, да, смотрю. Только у меня опять пушка вылазит. Прям вплотную к стенке носить не нужно. Будет реально баговаться. У кого микрофон включен? У меня что, ну прекрасно работает вентилятор. Не слышно ни хрена, что вокруг происходит. Угу. И наш сортир не в зоне. Ну и хрен бы с ним. В котором мы сидели, в смысле. Так. Надо лезть на гору, наверх. Но пока не надо. С зоны и пойдем. Чтобы уж точно никто за спиной не остался. Надо смотреть, как бы сейчас вот в сторону двери получается, да, то есть мы будем выходить на подбегающих чуваков. Нихера. Ты присел, а то тебя с горки видно вообще. С какой горки? Идеально. С которым мы пришли, Так там мы же же горка. бежать будем. В ту сторону, откуда будут бежать люди. Ну, люди могут и сюда приехать, и тебе хедшот лепить. Ты же понимаешь, что я в этом сортире в уголке сижу? О, на Е, ЕСЕ. Да. Ой, На СВ, отлично, отлично на они друг СВ друга бегут. перебили. СВ бегут. Вот другой сарай на СВ, вот там. Ну, пойдем к ним. Они бегут к нам. По машинам. Или Нет. пытаются бежать к нам. Готовьте оружие, господа. Ну, к нам они не победут. Нафига? Я надеюсь. Пока вплотную не подойдут метров на 30, вообще нет смысла выходить к ним. Просто незачем. Ну, так-то до него метров 75 на самом деле. Да? Не, они там перестреливаются. Двое. Двое, двое, двое. Смотрят. У кого-нибудь энергетики есть? Я могу Два. обменять на аптечку. Один, дай, Выкинул пожалуйста. два энергетика. У меня болики есть. Вот Возьмите вам по одному одна сигарете. аптечка. А то у меня хелсов нету и что-то как-то не На, пошла. предвидится. Да? Аптечку поднимите. Аптечку? Кому надо было? Рано выскочили. Если есть глушаки, стреляйте с глушаков сначала. Давайте так низом бежим, они нас не видят. Да-да-да. Только на Там север этот стоит. смотрите. Там груз ебаный. В кого-то стреляешь или что это за... Ага. Вон, за камнем прям. Забавно так бежите на него, вообще не видит никто. Я не видел. Так, ребят, там три трупа, может их кто обстреливал?
А может и нет. Блин, хреново, что придется через лощину бежать. И те ребята сейчас на нас пойдут, которые слева были. Четырёхкратный прицел тут есть, короче. А у меня есть. Двухкратный прицел. Семерка до жопы. Да пофигу на все. Где там этот трупик? Надо потихонечку ползти, господа. Надо причем ползти немножко вверх, в гору. Они, кстати, разрушители, кстати, они нас не слышали, не видели. Все-таки глушитель тема, вообще тема. Угу, обнаружились. Мы? Нет, они. Глушак. А вот стрельбу без глушака слышно пиздец, как далеко и прям. Блин, камешек вне зоны. Обидно. Александр, там один. Да, я знаю. Глушитель, глушитель, стреляй. Не пались. Надо бежать, когда эти тени упали. Буду человеком кустом. Зараза, сортир все-таки в зоне. Пойду проверю сортир. Если что, считайте меня героем. Пуст. Сортир пустой. А лут-то интересно, забрали там, нет? Ну, надеюсь. Нет, я говорю. За лут не спрятаться. Можно посмотреть, есть ли он. Да нафига, уже все, он не нужен тут. Камушек в зоне. То есть у вас двое, да, как минимум? С этим, с гранатами. Блин, одна дымовая граната. Как я с этим буду жить? Из домов дымы идут, побегут сейчас. Побегут на вас. Давай-ка, блядь, в другую сторону, а? Так, МК, да? Хорошо. Я бегу. Машина. Хороший. Тихо, тихо, его. Тихо, все. Чувак, я бегу, я остановился. Ты в ты зону бежишь, ты, бежишь, ты труп. Из зоны, да. Пиздец. Камень, блядь, встал. Ну хотя бы встал, слава богу. Не, ну ты умер все сейчас. А, я умер? Ты вне зоны. Пиздец. Как мне это ебало заебало, блядь, сука, что с ней делать, твою мать? Помолчать. Сильно поможет. Мне поможет. Так, четыре человека.
Бежит тебе или слева. Значит, команды разные. Рядом с Эли, чем за камнем, чувак. Вижу, вижу. Там еще один бежит. Двое. Значит, как минимум команда. Так, меня увидели, хорошо. О, я зажат. Ну справа. Ладно. Справа две команды, вон там двое, один слева, да. Положили вас? Да.